Артисты театра бурятской драмы имени Ходсона Мсараева вернулись с гастролей из Монголии. Театр не выезжал туда около 40 лет. Зрителям представили 6 спектаклей, некоторые специально были переведены на русский язык. Если раньше, в советское время, в школах очень активно изучали русский язык и тяготели вообще к Российской Федерации, то сейчас уже не так много тех ребят, которые желают изучать русский язык. И нам важно было поехать в это время и поддержать тех ребят в монгольских школах, которые идут именно в российские школы, идут на изучение русского языка. Для этого театр перевел 3 своих спектакля специально для этих гастролей на русский язык. А для этого театр выезжал заранее и продавал билеты именно в тех школах, где обучаются монгольские дети на русском языке. Труппа в составе 65 человек давала спектакли на протяжении 4 дней. Гастроли начинались 16 октября и завершились 20-го. За это время зрители Монголии смогли насладиться 9 постановками. После всех спектаклей прошел гала-концерт, который посетило почти 4500 зрителей. Через спектакль, через искусство разговор – это самый, может быть, важный момент в этой нашей гастроли, что мы не пытались наладить какие-то отношения, мы не пытались кому-то что-то доказать, да, а мы через искусство, через театр, через их улыбки или через их слезы мы провели вот такой очень короткий путь от души к душе. Большие гастроли состоялись благодаря поддержке главы Бурятии. И, кстати, по итогам выступлений 10 артистов театра получили государственные награды и звания Монголии. Андрей Слепнев, Юлия Пермякова, Евгений Павлов. Новости дня.